выход в церковный проезд. Выход в церковный проезд. А это все, что осталось от храма Николая в Новой Слободе. Здесь уже прямо и растения по фасаду. Что рядом и Фадеева улица, и Пыхов переулок. Храм Николы в Новой Слободе. Она стоит невосстановленная. Выход в церковный проезд. Какая красивая колокольня. Даже она и вроде бы как и рассыпается, все равно очень красивая.